помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, братья, сестры, драгоценные. Благословляю во имя Иисуса Христа, благословляю Израиль, благословляю столицу возрожденного еврейского государства, благословляю Иерусалим, шалом, шалом, Иерушалаем. Благословляю всех вас во имя Господне, месяц трепетной любви. И, конечно, каждый решает это сам, но у себя в церкви, и я об этом, и в своих церквях я об этом рассказываю, что вот этот месяц трепетной любви, месяц Элу, я рекомендую всем, абсолютно всем верующим принимать каждый день в простоте сердца хлебопреломление, причастие, рассуждая о теле крови Господа Иисуса. Аллилуйя. Да и не раз в день. Именно это особое, особое время трепетной любви. Спасибо тебе, Господь. Со своими женами, детьми, внуками, у кого внуки, родителями, принимайте причастие, рассуждайте вместе, читайте из Слова Божьего, размышляйте, свидетельствуйте, пойте, воспевайте Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Спасибо Господу за все. Благословляю всех вас, драгоценные братья и сестры. Аллилуйя, аллилуйя. В сердце только ты один живешь, мой родной.